Поляризационная лампа Фингдан. Модель примечательна тем, что есть различные цветовые исполнения. Сиреневый, зеленый, синий, черный. Аккумулятор у нее встроенный, не синий. Но зато можно заряжать лампу прямо в процессе работы. Подключается провод прямо вот сюда, корпус, и можно работать. На корпусе здесь есть у нас индикатор выбора режимов. Сейчас мы включим. То есть вот кнопка для выбора режимов. Импульсный режим, сейчас выберем. Стандартный режим и режим с мягким стартом. Также есть кнопка установки таймера времени. Ну, в остальном все стандартно. Есть световод и защитное стекло. Простые и достаточно надежные лампы.